Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу вместе с вами составить классный образ из бесплатных вещей. Это такая будет небольшая мини-рубрика и новое ответвление на моем канале. А именно, помимо того, что мы сегодня с вами сходим и получим две бесплатные вещи, и я покажу вам туториал, как их получить, мы с вами составим из них образ. Я вам покажу, какие классные луки, как для девочек, так и для мальчиков, можно составить с этими вещами. Думаю, что вам понравится данное видео, ну, по крайней мере, я очень на это надеюсь, поэтому заранее, ребят, поставьте лайк и подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Ну, а я начинаю свое видео после небольшой рекламки. Ребята, у меня для вас радостные новости. Наконец-то на Robux Peer вернулись легендарные методы покупки LogPass и LogPass Premium. Больше не нужно ждать 5 дней, ведь благодаря методу LogPass Robux'у приходит на ваш аккаунт практически моментально. А еще, покупка премиум статуса доступна жителям всех стран и намного дешевле, чем где-либо. Переходи на сайт пристани робоксов по моей ссылке в закрепленном комментарии и делай самые выгодные покупки новыми методами только там. Ну что ж, ребят, а теперь пойдемте с вами, я покажу вам туториал на первую классную бесплатную вещь. И получать мы эту вещь пойдем вот в эту игру. И сразу же, ребят, хочу сказать то, что эта игра стоит 50 робаксов. Но, смотрите, если вы оплачиваете 50 робаксов, то в ней же вы сможете получить помимо классного платья, которое мы сегодня получим, еще 4 бесплатные вещи. Поэтому я считаю, что это довольно-таки выгодное вложение. И все, ребят, смотрите, я уже прогрузилась в этой игре, и ранее я уже снимала туториалы, как я получала вот эти вот 4 вещи. Я получила волосы, сережки, ожерелье и вот эту сумку, и всего лишь за 50 робаксов. Ну, а теперь сегодня мы с вами пойдем получать вот это шикарное платье. И наша с вами задача, это, смотрите, ребятушки, на нашей территории, которую мы с вами отстроим, игра у нас выглядит в виде тайкуна, мы должны найти 5 бантиков розовых. Их вообще на самом деле собрать очень просто, это игра очень легкая, просто-напросто отстраиваешь свое помещение и затем, даже можно не до конца достроить, и затем бегаешь и собираешь вот эти розовые бантики повсюду. Ну все, ребят, я собрала 5-й финальный бантик, и теперь я снова захожу вот эту кнопочку сбоку, нажимаю на левую, и вот тут нажимаю на кнопочку Column, и все, собственно говоря, я наконец-таки получила последнюю вещь в этой игре себе в инвентарь. Сейчас пойдемте, я его примерю, и сразу же, ребят, хочу сказать то, что ивент этот будет идти до 31 июля, поэтому вам нужно поторопиться. Осталось 2 дня, ну практически 3 дня, поэтому если вы сейчас пойдете, то вероятнее всего сможете получить все оставшиеся вещи. Ну что ж, пойдемте. И вот так вот, ребята, просто потрясающе это платье смотрится на мне. Но этот образ еще не закончен, потому что прямо сейчас мы с вами пойдем получать очень очаровательную шляпку, которая, думаю, идеально подойдет к этому платью в другой игре. Пойдемте, покажу туториал. И вот, ребят, смотрите, я уже нахожусь в поисковике, и для того, чтобы нам получить шляпку, мы с вами заходим вот в эту игру. Вот такое вот у нее название. Я уже погрузилась в этой игре, и если мы вот прямо сейчас подойдем к этому стенду, то увидим, что мы с вами сможем получить вот эту шикарную шляпку, которая идеально, думаю, подойдет к нашему платьишку. Смотрите, благодаря чему мы с вами должны будем сыграть в теннис 10 раз и также подстричь газон 10 раз. И все это мы с вами сможем сделать вот на этом корте. Для этого бежим вот в эту сторону, где написано слово теннис, и теперь подбегаем к любому слово play, и ждем, пока к нам присоединится бот, с которым мы с вами сможем поиграть в теннис. И так нужно будет сделать 10 раз. Но я думаю, что мы с вами также, для того, чтобы ускорить процесс, сможем и проигрывать этому боту, потому что играть тут можно до бесконечности и не проигрывать. Просто нажимаете на стрелочки влево-вправо и затем на shift, или как там, на самую большую кнопку внизу. И
вот, ребят, смотрите, даже несмотря на то, что я проигрываю и ничего не делаю, мне все равно засчитывают, так скажем, попытку поиграть в теннис. Поэтому, ребятушки, повторяем так 10 раз. И теперь давайте сейчас я еще сразу вам покажу, что еще мне предстоит сделать, и вам в том числе, для того, чтобы получить эту прекрасную шляпку. Мы с вами должны подбежать вот к этому стенду, нам тут даже дают подсказку. Зажимаем на букву Е, но это еще не все, ребят, смотрите до конца. И теперь мы с вами полностью должны подстричь наш газон. И все, ребят, смотрите, как только мы начисто подстригли наш газон, мы с вами сразу же бежим и нажимаем на следующий вот такой вот белый инструмент. И сейчас наша с вами задача — это покрасить поле. Вы это можете сделать, ребятушки, также с компьютера. Я, к примеру, сейчас это делаю с компьютера и просто веду мышкой, зажав ее. Вы же это можете делать с телефона и пальцем. Главное просто везде покрасить поле в белый цвет. И все, замечательно. Теперь нам засчитался одно очко. И так осталось сделать еще 9 раз. Ну что ж, давайте я сейчас, ребят, к вам вернусь, когда уже получу эту шляпку. И вот такую вот, ребята, очень милую шляпку мы можем с вами получить, если выполним все задания в этой игре. И просто посмотрите, как оно замечательно сочетается с этим платьем. Мне кажется, что очень стильно и современно. И теперь давайте, ребят, добавим немного аксессуаров. И также сразу же после я покажу вам образ для мальчиков, тоже с бесплатными вещами. И вот такой вот, ребята, по итогу образ абсолютно бесплатный у меня получилось создать. Ну, единственное, что может быть лицо на мне платное, а так все остальное я получила из разных игр абсолютно бесплатно. Вот эту шляпку я уже вам говорила только что, из какой игры я получила, а вот эти волосы я получила из игры Twice Squire, которую, я думаю, тоже все получили. Пишите в комментариях, как вам такой бесплатный образ, мне кажется, что выглядит очень дорого и стильно, как будто вы настоящий донатер. Ну что ж, а теперь давайте перейдем к такому же, но только мужскому образу. И вот такой вот образ для мальчика у меня получилось составить. Ребятушки, все на мне вещи представлены абсолютно за 0 робуксов, включая даже вот эти волосы. Да, сейчас я вам покажу, откуда они у меня, но давайте сначала пройдемся по вот этим вещам. Смотрите, футболку, штаны, обувь и также очки вместе с вот этой повязкой я получила вот из этой игры. Недавно можете перейти ко мне в профиль и посмотреть туториал, как я это сделала. Обратим внимание вот на этот рюкзак. Его я тоже получила абсолютно бесплатно из этой игры. Туториал также есть у меня в профиле на канале. Ну, эту шляпку вы знаете, откуда я получила. Ну, а вот эти волосы сейчас я вам покажу, откуда они у меня. Они у нас вот с этого аниме персонажа. Вбейте его в поиски и получите его абсолютно бесплатно. Ну что ж, ребятки, а на этом наше видео подошло к концу. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч!